чистая, прозрачная, без вкуса и запаха. Глава округа Андрей Иванов оценивает качество воды после модернизации водозаборного узла номер 7 на Северной улице 51 в Одинцове. Из тех станций водоочистки, которые мы открывали за последнее время, даже на ВЗУ-1, мне эта вода понравилась больше. То ли потому, что новая технология, то ли... Ну, не знаю, в общем, я не великий специалист, но как потребитель по вкусу вода не имеет никаких совершенно никакого запаха, никакого привкуса, послевкусия и внешне тоже прозрачная на 100%. В зоне снабжения этого ВЗУ находится около 17,5 тысяч жителей и 13 социальных объектов, в том числе и Одинцовская областная больница. Несколько недель. После пробного пуска этой станции они ощущают у себя в больнице другого совершенно качества воды. Они уже не применяют никакую дополнительную фильтрацию. А это очень важно, потому что там все системы жизнеобеспечения в больнице, в медицинских учреждениях, они требуют тонкой настройки. Вот ее сейчас практически нет. Вода поступает такого качества, которое можно уже использовать при лечении пациентов. Модернизация ВЗУ проводилась в течение полугода в рамках губернатора. Программа «Чистая вода» по уникальной технологии. Теперь, благодаря системам дополнительной очистки, практически вся забранная из подземного источника вода подается жителям, а осадок, состоящий из железа и минералов, полностью вывозится на полигон. Все производство автоматизировано. Когда начинали эту модернизацию 6 месяцев назад, то количество железа было 3,6, да, при нормативе 0,3. Сейчас у нас 0,05. Это в 10 раз ниже, чем норма, которая допускается примеси железа в системе водоснабжения. Это уже второй водозаборный узел, который открывается после модернизации в Одинцове. В этом году также планируется сдать ВЗУ в Трехгорке и начать проектные работы по реконструкции еще 5 объектов, которые обновят в 2022 году. А до конца 2024 в округе реконструируют еще 8 водозаборных узлов. Наталья Гончарова, телекомпания «Одинцова».